Сегодня утром на одной из стройплощадок Петербурга обнаружено тело мертвого мужчины. Его личность уже удалось установить. Это замдиректора крупной строительной фирмы, 30-летний Виктор Красненко. Как удалось выяснить следователям, мужчину забили до смерти неизвестные. При первичном осмотре эксперты выявили обширную гематому головы и ссадины. Сыщики рассматривают различные версии произошедшего. Не исключено, что мотивом преступления могла стать профессиональная деятельность погибшего. В настоящий момент установлено, что утром 23 апреля текущего года на потерпевшего напали трое неизвестных лиц, избили его, при этом нанесли множественные удары руками и ногами, в результате чего потерпевший скончался на месте происшествия. Петербургский следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Пока преступление квалифицируется как причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Добавлю, что злоумышленники ничего не похитили у Красненко. Не исключено, что нападение было заказным.